Кошкинское интернет-телевидение. Уважаемые спортсмены, равнять смирно. Добрый день, уважаемые участники соревнований. Сегодня мы в эту замечательную зимнюю погоду открываем лыжный сезон 2017 года. Соревнования открываем гимном Российской Федерации. Равнение на флаг звучит гимн Российской Федерации. Приветствие спортсменов предоставляется заместителю главы района Макарову Юрию Дмитриевичу. Добрый день, уважаемые любители лыжного спорта, дорогие ребята, уважаемые учителя, инструктора, главы поселения, все взрослые. Позвольте мне от администрации района поприветствовать и поздравить вам с открытием лыжного сезона. Администрация района будет прилагать все усилия, чтобы лыжный спорт в районе развивался. И мы надеемся, что среди вас будут открыты новые имена, такие как Лекин, Долговый и так далее. Я сегодня хотел бы вам пожелать, чтобы вы великолепно отдохнули. Каждому желаю, чтобы показали высокие результаты. А в следующем сезоне мы выступали на районных, республиканских, на областных только с наилучшими результатами. И в подтверждение хочу сказать, что недавно подводились итоги спортивного года. Наш район подтвердил 4-е место среди 27 муниципалитетов. Это высокий результат, с чем я вас всех и поздравляю. Ну а так как мы находимся в преддверии такого замечательного новогоднего праздника, я желаю вам всем исполнения желаний, творческих, спортивных побед, особенно нашему молодому поколению. Конечно, здоровья. А сегодня подзарядитесь, наберитесь терпения, бодрости, духа, хорошего вам всем настроения и, конечно же, побед. Уважаемые коллеги, уважаемые спортсмены, сегодня очень такая знаменательная дата для всех нас и особенно для одного человека. Сегодня у нашего коллеги, все вы его знаете, Железнова Владимира Алексеевича, юбилейный день рождения. Позвольте от вас всех поздравить его с этой знаменательной датой, пожелать ему новых спортивных побед, успехов на его поприще. Делает в районе и делает даже и в области. Пожелаем ему крепкого здоровья, хорошего настроения и всего самого-самого доброго. Владимир Алексеевич, мы вас приглашаем сюда. Мудрость дорого, начиная от такого, как только первое слово, и кончая. Дальше буду. Хочу пожелать младшему поколению бегом за здоровьем. А тем, кому за 40 и далее, берегите, что осталось. Ну, вот здесь, на лыжне или где-то еще. Спасибо. Спасибо, Владимир Алексеевич. Вам такой же неиссякаемой энергии и спортивного долголетия. А слово предоставляю я главному судье соревнований Долгову Александру. Всем добрый день. Еще раз присоединяюсь ко всему сказанному. Всех с наступающим Новым годом. И чтобы не задерживать вас, распорядок сегодняшней гонки. Все дистанции пройдут с масс-старта, от маленьких до старших. Начинают у нас 2005 год и младше девочки. За ними, соответственно, этот же возраст мальчики. Потом 2003-2004, 2001-2002. И объединяем потом возраста юноши и женщины 99-2000, 18-29 и 30-39. То есть три возрастные группы побегут в один старт. Понятно, да, что касаемо женщин и мужчин. 49 отдельный старт. И 50 лет и старше тоже отдельные старты. Каждый старт будет озвучиваться по микрофону. Начальные девушки готовятся на старт. Дистанция 1 километр. Всем удачи! Компания
Саша, где? Давай, 5.23 просто. Точка до 5.23 и все. Тут не надо заморачиваться. Гоняй! Кристина, давай! Они очень нравятся, я сейчас понимаю. Сразу Кристина, сможешь! Давай! Уйди оттуда! Кристина, давай! Уйди оттуда! Полная борьба. 4. Давай еще. 39. 38. 6. 44. Отходи. 07. Давай. Молодец.